Альбрехт Дюрер – немецкий художник эпохи Возрождения. Он успешно занимался гравюрой, графикой, ксилографией. Также Дюрер считается первым теоретиком живописи, который ратовал за всестороннее развитие образования художников. «Большой кусок луга» – самая знаменитая из его работ, относящаяся к жанру студии. Студия – это разновидность эскиза, выполненная с целью глубокого и всестороннего изучения объектов природы. «Акварель» была написана в 1503 году. Эти цифры едва различимо проступают у нижнего края бумаги. Несмотря на название, исследователи сомневаются, что на картине в самом деле изображена часть настоящего луга. Угол зрения на расстояние расположен слишком низко по отношению к земле, то есть ниже уровня почвы. Поэтому, вероятнее всего, акварель была написана в мастерской, куда художник приносил и изучал отдельные виды трав, совмещая их в общие натюрморты. Композиция произведения решена особым образом. Геометрические и композиционные центры не совпадают. Взгляд зрителя вынужден двигаться вслед за гибкими изогнутыми стеблями и листьями растений от правой части листа к левой. Очень реалистично и вместе с тем стремительно написан слой грунта. Он изображен широкими небрежными темными мазками, а рядом тонкими невесомыми линиями переданы обнаженные корешки травяных кустиков. Такой прием придает работе глубину и объем. Этот мотив размытой почвы и выставленных на показ корней впоследствии появляется в других картинах Дюрера. Тщательное детальное изображение каждого растения контрастирует с хаотичностью расположения всех трав. У зрителя создается полное ощущение присутствия, будто он сам лежит на лугу и собственными глазами видит каждую прожилку, каждую травянистую ворсинку. Внимательный наблюдатель разглядит в акварели отцветшие бутоны одуванчиков, широкие листья подорожника, веточку тысячелистника, колоски ежи, пушистые ворсинки вероники и нежные соцветия маргариток. Свой рисунок Дюрер создавал с целью отточить мастерство, а также он иногда использовал элементы таких студий в более крупных работах. Например, повтор большого куска луга можно увидеть в произведении «Адам и Ева».